Всем привет, дорогие друзья! Что ж, это у нас дополнение к гайду Натрала. Тот, кто не видел гайд Натрала, вот там подсказочка или по ссылке в описании вы также можете посмотреть этот чудесный гайд. Не скипайте теории, чтобы понимать, как вообще у нас в целом работает этот герой. Ну а что ж, напоминаю, что такое дополнение, я буду говорить это каждый раз, как вступительные титры. Дополнение к гайду — это у нас какая-то фановая каточка, где я буду делать то, что не нужно делать. Друзья, никогда не собирайтесь так, как я буду собираться на этих видосах. Это фановые рубрики, это фановое видео специально для вас, чтобы вам было интересно что-то посмотреть. В общем, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы одеваем Трала в керри. Трал в керри у нас сегодня будет, это значит, что это что-то будет очень жесткое, интересное, что-то фановое. Я могу пойти, давайте сразу, я могу мид. Изи. И сразу, пацаны, я кару пишем. Сразу, чтобы понимали, пацаны, ок, иди. Я низ. Я кару. Ребятки, никогда так не собирайтесь, не руиньте обычные игры, не руиньте своим друзьям вот так вот каточки. Я в любом случае в керри, ну тут сейчас примерно 4-5 КПТС с начала сезона и в принципе, я могу, в принципе, в такой каточке собраться и не косячить. То есть, как не косячить? Не фидить там, допустим, по колдауну или, там как-то еще умирать там. То есть, ну, это я могу, в принципе, спокойно на таких ПТСах сделать. И, конечно же, в чем прикол? То есть, если некоторые ребятки не обладают должным количеством скилла для того, чтобы собираться таким билдом, то я скажу смело, да, я могу собраться специально для вас, для контента, ребятки, потому что у меня есть опыт. Поэтому я к чему это? Не руиньте, пожалуйста, не собирайтесь так. Если даже хотите так собраться, то не игнорируйте дефолтные какие-то вардинги и тому подобное, ребятки. Запомните эту тему. Просто если у нас никто вардить не будет, я два дефолтных варда все равно ставить буду, так как я саппорт. Ну и нужно будет, наверное, взять куру, если у нас куру не возьмут. Поэтому, ребятки, вот такая тема. Держите в курсе. Ну что ж, тем самым временем у нас уже там напикали опять там мартретка. Ну, аксы, нормально. Разберемся. Так, смотрим, берется ли у нас кура. 800 человек. Человек смотрит доту. Так, хорошо, нулик берем. Так как мы керри. Вард пацаненку дали. Хорошо. Все, ребятки, поехала у нас каточка. Лаг вроде нету. Мне прошлые катки душили лаги. Не знаю, приходится просто заходить и выходить с игр, потому что, ну просто, ну невозможно. Фризы нереальные. Был такой прикол. Сижу, играю, душу, все нормально. 15-я минута. И начинаются жесткие фризы. Прям. И они минуты, наверное, 3-4. Я говорю, ребят, сори, я... Нет, я не буду так играть. И выхожу. Потому что с такой каточки контента я уже не достану. А игра была вот такенная. У меня уже был дизоль, по-моему, на 11-й минуте. Был дизолятор, ПТшка. Было круто. Было круто. Жалко, к сожалению, эта катка в лагах была. Так что, ребятки, вот такая тема бывает. Так, ну что? Собираемся мы душить. Оппоненты там, в принципе, лины. Ой, найс. Найс, там, в принципе, стан, замедло, тараканчики. Не страшно должно быть. Не страшно. По honor. Хорошо. Ребятки отдают руну, две рунки забрали. Go. Я... Кару, Путге. Я фарм. Ну да, пишем. Это, конечно, ржомба, но... Ладно, хрен с ним. Я устал, если честно, собирать постоянно всех саппортов керри через Сатаник и Скади. Поэтому... В этих каточках, в этой катке конкретно я буду собирать своего героя через дизоль и ПТшку. Обычно фейзы и поехала. Лук на рож. Ох, что-то пуч. Давайте похарасим, пацана. Лук на рож. У него топорик, что ли? О, я думаю, почему я добить не могу? У него топор там. Это же жесть.
Как у такого пуджа забирать фарм? Там урона, блин, там около сотни урона с руки получается под топором. Это же жесть. Эх, этот пудж. Ну, надо будет его как-то, блин, я не знаю. Надо прогнать его с линии, засуицидить его. Так не пойдет. Он мне не даст фармить совсем. Я бы тут быстро выфармил. На такой линии. Оп, хорош. Вот этого тоже надо забирать. Отлично. Хитрюга на пудже, ребят. Отлично. Давайте дасты возьмем. Опа, пудж отходит. Ну, кстати, толпой они меня тут вот эти два пацана задушить могут. Задушить они могут. Толпой. Ну, на третьем левеле. Первый возьмем. Начнем немного харасить. Так. Сбиваем тараканов сразу. И убегаем. Потому что будет тяжело. Не дам им его отпор никак на трале тут. Не дам. На третьем левеле смогу давать отпор. Хоть какой-то. Давайте сентри возьмем. Вот так вот на линию нам надо. У нас против инвизеров тут должен быть сентри по-любому. Найс, мне фарм оставили. Ой, как хорошо. Вкусненько. СС-2. Опа, отлично. Ну, найс. Сейчас сентрик придет. О, вот он, пацан, пришел. Крысиный, как говорится, патруль. Крысиный патруль. Ну, то, что мидер реюзнул, ни слова не говорю. Мидеру кура в любом случае нужнее. Не какому-то там керри-тралу. Хорошо. Если пуш подхукает, сразу закрывашку и до свидульки. Вот так вот сделаем. Мы тут будем держать крипов. Не пушим линию дальше. Просто фармим. Шишер. Вижу. Шишер с катой там бегает. Хочет меня убивать, да? Гоу, его убивать будем. Оп, хорош. Хорош. Нормально задушили. Лук на рож, говорит. Вот так вот, центричок купили, победили. Так, подблочим немного крипа. Оп, хорошо. Сейчас уже ПТшечка будет. Если пуш не будет мешать, конечно. Пуш. Конечно, дамажит. Эх, пуш. Братец. Нет, ну пуш, брат. Ну дай пофармить, бро, для контента. С топориком пуджи эти, это же жесть. Он мне еще и линию запушил своим вот этим автотачением. Опа, Хевич. Там я не помогу. Я могу подзакрыть? Подзакрыть могу. Зачем ты суицидишься? Оп. Оп. Ну, 2000 табора. Ах, жесть. Там слишком много HP. Ай, БХ стоит, ждет, поджидает. Но нету маны, нет. БХ стоит, поджидает. И это все пуш виноват. Лук на рож. Нету маны у меня. Забирать пацана в такой ситуации. На аксе. Гоу-гоу-гоу. Души его. Пукани просто. Оп, хорош. Мужчина. Так, ну есть ПТ-шечка, кстати. Пуч молодец все-таки. Молодец. А Акс такой думает, на халяву здесь можно подзадушить. А вот и нет. Но я, кстати, я очень опасно стою. Вивер может прийти, меня заберут. У меня почти шестой левел. Опача, Лина, какой пятый левел? Не страшно.
Не страшно. Все, хилимся, манимся, пацаны, под тавером. Восстанавливаем свое здоровье. Что там, Warcraft, да, нормально. 600 маны, жесть. Маны очень много. Надо восстановить. Хороший лайн у нас, кстати. Хороший лайн. Сейчас 6 апнем. Опа, пошел фарм. Максимальный. С ПТ-шкой вообще кайф фармить. Очень быстро. Оп, хорошо. Дастики, если взять, можно бы хапа КД убивать. Но это сложно. У меня есть ультимейт, но я пока тупо фармлю. Чуть позже можно будет воспользоваться тем, что есть ультимейт. Я БХ, в принципе, если подходит, я его убиваю по центру. Я его, если что, глимсону. Глимс надо еще в разочек качнуть, а то 600 расстояний, типа, это несерьезно. Отлично. Фармим дезоль. Вообще стик надо сделать. И дасты купим, давайте. Дасты купим, давайте. Вообще, я могу попробовать в наглую его убить. Сентри пропали, да? Ну вот, вот этого я боялся. Этого я боялся просто так просадить. Надо было подождать дасты. Блин, я вот, если честно, так тороплюсь, потому что очень хочется такой результат хороший. Сразу. Хочется все и сразу, но... Но. Это почти невозможно. Есть у меня дасты. Дасты есть. Ох, что Баунти Хантер. А, все, GG. Да, верно. Но пришлось еще третий всадить. Нормально, нормально. Овнем Баунти Хантера. Не торопимся. Дед меня колотит, что-то возьмем. Глимс, глимс по дефолту раскачиваем. И на руну сейчас надо будет нырнуть нам. Там руна резнулась. Почти есть дезоль. Ну как, почти, первый мифрил. С первым мифрилом уже весело будет. Так, тут нету руны. Возвращаемся. Лятом на топе. Пудж, Хукай, ты что стоишь? Помогай своей команде. Надо ТП-шку, ребятки, купить. На топ вообще круто было бы прийти. Оп. Оп. Нам главное еще крипочков не пропускать. На топе вообще весело, посмотрите. У меня нету статики. Если даже ТП-хнусь, мне кажется... Let's go. Ой-ой-ой, как я сделал хорошо-то. Нет, не добил Лину, прикиньте. Лину не добил. Зачем? Зачем ты мне даешь? Я ж не побегу вперед. Так, первый мифрил. Ну пойдет, хотя бы один фражочек я снял с этой всей ситуации. Жалко, Лину не забрал. Очень жалко. Очень жалко. Ну так, мифрил берем. Просто в чем прикол? Первый артефакт дезолем. Мы будем закрывать и бить с руки очень больно. Вот и все. Весь смысл. Ну пойдет. Могло быть и лучше, конечно, но, как видите, не удалось. Все, восполняем ману. Восполняем ману, хитпоинты, поехали далее. Давайте вообще с ребятами будем. Потому что на топе такая суета. На низу БХ, на миду никого нет. Можно импакт носить. Гоу. 25 секунд. Я, если что, верну. Задушим. Опа, Ахевич фармить начал. Гоу вот сюда. Через руну. Или не знаю, идти фармить. Но мне вообще ТП-шка нужна. Но у меня не было золота на ТП-шку. Мартредка. Сейчас ТП-шку, если что, юзанем на низ аккуратно. Мид подфармлю. Мид фармим. Хорошо, топоры. Ой, топоры, наши молоты очень сильны. На низу очень много фарма еще. На топе фарма много. Что, делаем ТП? Вот ТП-шку сделаем.
Лину душим. И никого не забрал, да ладно. Я так рассчитал же все. Ну, заберу хотя бы одного. Найс. Забрал хотя бы одного. Опа, так это еще можем забрать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, этого тоже заберу. Нормально, нормально, пойдет. Этого тоже заберем. Но, блин, Вижена не дал третий так, как должен был. Он должен был просветить мне все, я бы сразу закинул и ушел. А так, получается, я просто в суицид зашел. Ладно. Моя ошибка была, я думал, Лину успею раздамажить. Ладно, будем сначала одного фокусить, не пытаться всех убивать. Потому что я сейчас попытался разделить дэмэдж. Того сразу глимпсануть, я думал, Лина уже умрет. Еще и первые клэпы были там, по-моему. Андерстрайки. Но не удалось. Ладно. Ладно. Давайте ТП на низ. Ладно. Го на низ. Главное у Акса дагер. Чтобы не ранний был. Так, глимс раскачали. Пусть будет глимс раскачанный. Мне еще закрывашка лоу-левела. Ничего страшного. У нас почти есть дезоль. Ну, поздновато. В прошлой катке раньше дезоль сделал. ОПТ на силу, 1100 HP. С мифрилом повеселее будет. Когда ХП побольше. Чтобы раздамаживать. Дезоль будет, это, конечно, будет неожиданно. Для пацанов. В принципе, дезоль уже почти есть. Тут остается копейки. Ну, зря его вернул. У него дагер. Надо было ультануть. Блин, я вернул случайно. Ну, перепугался, кстати, я. В этой ситуации. Гоу, лес. Доколотим дезоль, сходим на базу и придем. Она, кстати, в меня проказ дала, по-моему. Проказ, по-моему, дала. Хорошо. Молния такая интересная была. Так, ребята там душат, да? Ребята душат. Мы можем ультануть там, в принципе, сейчас. О, Ахевич. Ахевича надо задушить. Ой-ой-ой, вот это опасно. Ну и Вира забрал. Ой-ой-ой, смотрите, какая Лина. Все, я на базу. Я сделал то, что должен был. Две ТПшки. Ты слепой, что ли? Тинкер. Не видит. Тинкер не видит. Не мешайте ему. Так, найс, у меня есть дезоль. Поехали, сейчас будет жестко. Сейчас будет жестко. Давайте берем дасты. Но варды у нас кто-то подставляет, поэтому мы сильно торопиться с вардингом не будем. Давайте теперь манту сделаем, наверное. Манту. И пока такие файтинги идут, надо этим пользоваться. Пока идет нормально вся катка. Опять там убивают нашего кора. Дядя мага, убили его. Внизу очень много пацанов. Давайте на руну заскочим. Жалко, нету статики, и вдруг Акс. Я Акса с руки должен убивать. Теории. My sisters. Плохо. Не надо мне прокаста давать. Я умер. Нет. Опа. Я могу закрыть его, да, еще? Надо ТП уходить. Там три героя. Слишком много их там. Я выжил за счет ПТшки на сил. Радует. Так, надо вардинг, наверное, сделать. Хотя бы один вардик туда поставить. Потому что по-другому никак. Надо видеть оппонентов. Иначе будем фидить. Давайте скинем ТПшку. ТПшку скинем. И вард пойдем ткнем в наглую. Хорошо, что Акс не ультанул в меня. Он там, наверное, растерялся. Давайте вот сюда ткнем. Оп, хорош. БХшник там. В инвизиях. Так, но у меня есть дезоль. Let's go душить. На низу. Гоу. Гоу, 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 пацаны.
Оу. Эх, Акс, они это не так вернул. Ну, линия ГГ. С руки задушена. Ахевича тогда. Не достаю. Не достаю. Не достаю. Ну, сейчас будет глимс. Хорош. Еще БХ, но нету... Ну, с руки душу. Задушили. Задушили. Но пульс чисто такой, на чипалахах. Говномит. Жесть. Нормально, кстати. Блин, много косяков по игровому процессу. Акса так вообще криво вернул, жесть. Но забрал все равно. Забрали. Ну, пойдет. Могло быть и хуже. Дезоль себя оправдывает. Хорошо. Давайте еще лесочек подколотим. Спектра в шоке встала такая. Это что, Дезоль на трале? Вы видели, пацаны. Дезоль на трале. Сурвайв. Никто не выживет. Так, хорошо, Яшку можно взять. Давайте. И ТПшечку. Бедная спека. Хорошо, взяли мы Яшку. Так, круг надо выделить. И погнали на топ Акса убивать. Просто тандер ему кинуть и все. И потом вернуть и задушить. Я, мне кажется, с руки даже убью. Под первым. Под первым. ПТ на ловкость держу, чтобы атак спид быстрее был. Держите в курсе. Те, кто не знает, что ПТ дает атак спид, когда ловкости больше. Тогда вам такая вот новость хорошая. Так, Ахевич, брат. Закрываем, просто убиваем с руки. У меня Яшка. Хорош. Жестко. Лук на рож. Yes. Лук на рож. Пацаны там бегают. Не успеваю отрабатывать крипов. Просто первая тычка слабая, вторая тычка с дезолем сильнее. Потому что армор снимается. Так, ну у меня уже есть закрывашка от четвертого. Можно душить. Ну надо манту. Блин, так с таким фармом. Вот, вот эта отвратительная механика, ребят, что закрывашка, ой, закрывашка, что с дезоль. У него вот эта вот хрень с этим. С первая тычка это без армора, а вторая тычка уже с минус армором. Да нет, ну это мой фраг. Криса на пудже. Ладно, денежку я все равно получил. Макс, лесу. ПТ-шку на силу держим, опасная ситуация просто тут стоять так. Хорошо. Honor. Есть даст ты пудж? Нету дастов, да? Ну надо мне брать. Эх, хорош. Блин, жестко что-то получается душить. Пока что. Так, есть у меня гоу-монетку. Гоу-монетку. Пойдем орбу купим сейчас в боковом магазине. ПТ пока на инт можно подержать. Пусть мана чуть порегенится. Так, ну 10 фрагов оформили. Мартретку был поубивать, но мартретку надо под статикой. И с мантой. Манта еще хорошо, тот БХ. Против БХ манта отлично. Будем держать. Отлично будет. Так. Погнали сюда. Почти есть у меня манта. Можно доколотить. Вот смотрите, первая тычка какая будет и вторая. Смотрите, такая первая и вторая тычка. Еще больше дэмэджа. Блин, эти лаги, конечно. Сегодня меня целый день терроризируют эти лаги. Я надеюсь, это не будет лив. Все, найс. Хорошо, один раз лагануло достаточно. Вот там Ахевич. Так, ну если что, могу вернуть. Опа.
Оп, хорошо. Я специально подошел поближе, чтобы залосхитить. На топе что там у нас? Там еще вивер, блин. Манта есть, да? 800. Давайте хил еще. Но next там нужно что-то типа МКБ, либо Тараски. Посмотрим по фарму. И ТПшечку надо. ТПшечку. Хорошо, ТПшка имеется. Все, go at heal. Лину можно убить там. Все, ТПшку. Найс. Дабл килл, нифига, кто там такой жесткий. Это спека. Все, let's go. Нифига, у меня жесткий артефакт. Вот так вот. Погнали. Хоста. Ой-ой-ой, как плохо вернул. Ну, пойдет. Пойдет. Nice to meet you. Go! Nice to meet you, как говорится. О, я возьму, пацаны. Я. Уза. ТПС. Сори, просто для контента. Ой-ой-ой, смотри, что делает. Эх, я так хотел заластхитить. Так хотел заластхитить. О, так это же GG. Манта? А чё манта не жалась? Блин, лаги эти конченые. Нажимаю ее, манта не жмется. Это на силу. Очень странная тема. Двоих убью. Ай, крит вылетел. Такой бред, честно, ребят. Манта не жалась. Там был агр. Это понятно, после агра не жалась. Блин, мартретка с промахом пробивает жестко. Давайте МКБ делать. Если честно, я не думал, что я сейчас тут два раза просто свижу. Но Акс успел там рейдж дать раньше. Я не думал, что Акса дагер. Ладно. ГГ. Сам себе руиню. Надо будет... Теперь поаккуратнее. Шаман тужал, блин, не нажимается. Под рейджем. Под акса агром. После агро почему-то не нажималось. Подбешивает эта тема. Ладно, ну моя ошибка. Спидил очень неаккуратно очень пошел. Но акса увидел, хотел его убивать. Но его там с руки, броже. Вообще он отлетает просто. Манта просто не нажалась. В лоу хп в такие, ну манту там нет было смысла. Надо было манту юзать уже после реса. Ладно. Поехали. Сейчас МКБшку. 4К спека. Нормально. Сейчас МКБ будем делать, ребят. МКБ и Тараску. МКБ и Тараску. Go туда. Так вот сделаем. На низу весело, блин, было. На низ идти. Да, на низ надо было идти. Ну, я виверов пойду уже убивать. Если там пошло так дело. Если то дело уже пошло так. Манта. Еще одна иллюзия. Вивера. Будем убивать. Давайте вот здесь вард поставим. Так, где вивер? Нету вивера, все, ушел, понял. Ну, спектра ультануло. К сожалению, он ушел. На вивере, пацан. К сожалению, на вивере парень ушел. Нет у меня ТПшки. Так вот, подфармливаем дополнительно. Тоже не переконтрю. Плохо, что я внизу не был. А, вон он виверде. Понял. Я верну его. Далеко не убежит. Далеко не убежит. Ну, в инвизе стоит тут. Хорош. Отлично. Так, 2К есть. 2К есть. В принципе, можно вообще лотар сделать. Но единственное, сильвер вот. И
Оттянется у нас немножко покупка тогда МКБшки. Ну, с МКБ, прикинь. Ну, 1,5 хп МКБ. Не знаю, можно, в принципе. Можно, в принципе. В принципе, можно. Дарксир молодец, вардит, красавчик. Мужчина настоящий. Так, ну будем делать лотар или нет? Там башер, блин, у мартретки. Я даже, честно, не знаю. Башер у мартретки. Буджа увидит. Увидит Буджа так. Я не пойду туда. Быстренько подфармили, ушли. ПТ на силу. Есть статика. Статика, если кто-то сюда сейчас пойдет. МХ? Так удивленный. Там видно, блин, ты же стоишь на ХГ, тебя с другого ХГ видно. С другого ХГ видно. Хорошо. Жесть. Как же это легко убивать так. Прям возвращаешь сало, еще и урона много. Прям вообще пушка. Сейчас если денежки будут, я сразу МКБ буду делать. МКБ тупо. Денежки вроде есть. По КД играть. Кнопок своих. Лес тоже быстро колотится. Единственное, Акс там еще БМ, наверное, будет делать. Макс БМ будет делать. Гоу дальше лес ковырять. Дальше лес. У меня статики нету пока. Статики пока что нету. Так, 3600. Одна драка, в принципе, 4500 будет. С одной драки я нормально золото подниму. Можно вивера опять убить внизу. Он пока линку не сделал, чтобы я смог его возвращать. Они аккуратничать тоже. Там мартретка еще БКБ делает. Да, будет жестко, конечно, в лейтгейме с мартреткой. Тяжеловато. Но ничего, справимся, думаю. Думаю, справимся. Так, 4К есть. 4К. Гоу, помогать. Он скади сделал. Ой, сделал бы Радик. Хорошо. Нормально. Сейчас даже манта есть. Сейчас МКБ уже почти. Да, сделаем МКБ. Денежка есть. Как я и говорил, если будет денежка, сделаем МКБ. ПТ на силу, потому что Аксевич может напречь. Нормально так. Давайте даже сразу закупим уже. 1800 имеется. Оу, щит. Вижен только дали бы. Я бы забрал бы ее. Глимпсанул бы. Так, запушиваем. Уходим. Найс. D200. Почти МКБшка. Это жестко. Интересно, где Ахевич у них? Так, МКБшка есть. Можно куру магаз. Жесть. Получается трал у нас, который спектру перефармливает. Ну да ладно. Бывает. Бывает. Это фановая катка, ребят. Напоминаю тем, кто подключился на эту премьеру. Фановая катка. Керри трал. Не собирайтесь так никогда, потому что не хочу, чтобы вы руинили своим союзникам так игры, ребятки. Поэтому держите в курсе. У меня МКБ, братец. Зря я вернул его. Нормально. Нет, не нормально. Ну, заберет. Блин, я так плохо сделал все. Я думал раньше там. Плохо все сделал. Ладно, моя ошибка. Я тороплюсь просто.
Очень хочется так, фраги, вот это всю тему, а торопишься, получается, руинишь сам себя. Глимс надо оставлять. Она меня, в принципе, под мантой не убивает. Она меня не находит. Дальше Кирасу, ребят. Кирасу дальше. Дальше Кирасу делаем. Еще кто-то в лес пошел. Опасно без маны и без статики идти в такие места. Потому что я могу не расконтриться. Вивера без сала я не убью. Так, на миду, вон фановая катка началась у пацанов. Буду шить. Оу, щит. Надо уходить отсюда. О, хорош. Но это плохо, я могу все равно умереть от Лины. Он меня идет убивать. БХ у меня под ногами. О, не БХ, вивер у меня под ногами. Но он закроется сейчас. Тараканов поймаю. Поймал, ГГ мне. Поймал, ну надо бежать. Манты нету. Нет, я не умру. Ничуть. Линка, блин. Жесть. Жестко. Там мартретка сейчас в Рошана пойдет, на что спорим. Давайте возьмем смока. Смокейчи. И погнали в Рошпит. Стик в помойку. Вот так вот сделаем. И на руну. На руну надо идти. Мартретка там Рошана, наверное, колотит. Если успеем, будет хорошо. Все, погнали. Еще ТПшечку. Так, 1600. Сейчас гиперстоуны покупать будем. Там догону БХ. Не знаю, как он меня не убил, но я его с руки просто там принял. Так, но в Рошпите нет. А, в Рошпите. Она на Рошпите. Она в Рошпиту, сладенькая моя. Я ее с дезолем сейчас тут быстро напихаю. Мне аек. Мне аек ползы. Просто прочитано. Спасибо. Спасибо. Мусор ти. Парень, успокойся. На канале видос увидишь. Парень загорелся. Так, Линочку только страйк дать и все. Опа. Не успел я. Ну опять та же самая история, что ли, да. Это же самая история. Ну задушить с руки надо, пацана. Хорошо. Нету кнопок. Ай там вивер. Оп, а если бы меня подхукал, было бы хорошо. Ну у него линка. Линка у него, у меня еще манта есть. Кстати, манту юзанем. Жестко. Мусорона, умираешь ты, логика. Кстати, да. Почему это так плохо все? Давайте возьмем гиперстоуны. Я, если честно, кушать еще не хочу. Кушать я еще не хочу. Ну, вот так сделаем. Мартретки-то. Пашер сейчас кираса будет. Раз, это хорошо. О. Спросите, как я узнал, что она в Рошпиту? А где ей еще быть? На лайнах ее нету. Смоук пропал возле Рошана. Там ДД на руне, да? Но у меня еще есть время. Акс меня будет убивать жестко. Без БМ. Ну да ладно, не суть. Давайте вот это купим. И зайдем в магаз еще купим. А, найс. Заходить даже не надо. Все, купил, да? Хорош, иду. Let's go, буду закрывать. Хорошо. Жесть, вот это я задушил. У него линка, блин, не могу вернуть. Не могу.
Пришел просто такой трал с руки, давай нарезать. А пофиг на тараканов. Дополнительный фарм. Так, и Тараска остается на хпшку. Что, пригенилось что-то хотя бы. Коутешку. Есть у нас кераса. Быстро очень керасу поднял. Ну, кераса компонентный артефакт. Его легко фармить. Это не радиенс, который ты фармишь 90 минут. Мартретка будет прыгать? Не хочет. Боится. Понимаешь-то? С таким тралом лучше не спорить. Хорош. Хорош, но это центральная минуса. С таким тралом лучше не спорить. Так, мне жопу мажет. Отлично. А можно вот так вот сделать. Жесть, у меня хп уже. Это плохо. Буду драться. Ой, не хватило. Я очень сильно в БМ надамажил себя. Ну вот эта проблема чисто в БМ. В БМ. В БМ чисто проблема. Ну сейчас Тараску сделаем, будет нормально. У меня уже в принципе есть кераса, еще остается Тараска. Но я в БМ убился тупо. Очень обидно на самом деле в Акса вот так убиваться уже который раз. Я бы сейчас мог трипл в принципе сделать. Ну ладно, хрен с ним. Го, вот так. Виталити бустер купим. Виталити бустер. Это жестко, блин. Ну это рили, прикольно. Пановый билд, почему нет? Почему бы не поубиваться в БМ? А, Ирак, кончен бы, я бы лучше бы сыграл бы. Кто-нибудь по-любому напишет. Да играйте, блин, ребят, чё мне? Мне перед кем выпендриваться? Я для вас видос просто делаю, чтоб по фану. Ничто там такое, не умысел такой, что я там такой крутой, доминирую. Такой, я вот такого вот сижу, типа, нет, просто по фану вам, чтобы видос посмотреть. Люди просто перестали вот эту ценность какую-то понимать, что такие видосы делаются не для того, чтобы там самоутвердиться или там подобное, а просто чтобы по фану, ну, чтобы посмотреть, что такое вообще бывает, что, ну, весело же, или нет. Но если не весело, напишите в комментарии, Азиас, ты конченый, зачем ты это сделал, я в банлист сразу закину, если вы шуточки не понимаете. Ладно, продолжаем, ребят, 16 секунд до реса, сейчас пойдем добивать Тарасочку, Тарасочку добиваем и идем шапалахи давать. 30 фрагов надо точно сделать. Блин, еще бы Аганим кто-нибудь бафнул бы. Круто было бы. Мартретки много хп. Тараску ждем, Тараску ждем, ждем. Давайте не будем брать вот эту ТП-шку просто. Гоу, так. Еще ТП-шку возьмем. Можно было сделать, конечно, Лотар Сейдж, но, блин, так же ж неинтересно. Так же ж неинтересно. По Honor. Чуть остается у нас до Тараски. Ресипи уже купили. Гоу по лесам. Река остается. Ну, кого-нибудь дополнительно будем подфармливать. Сейчас возьмем здесь зафармим, пойдем в Ancient. Ancient 2x зафармим. Уже будет пол косаря. Хорошо. Еще б монетку потом собрать. О, Линочка здоровая в БКБхе. Нифига. Блин, спектраса с Хади, конечно, это жестко. Это жестко. Там ребята заберут, да? Я сейчас зафармлю, выйду тоже. Подраться, если желаете. ПТ на силу только сделаю, надо хп побольше. Пуч, тебя видно, брат. Опа, это что, мартретка? Нет, по-моему, крип какой-то показалось. Это какой-то крип. Эх, не закрыл, жалко. Я не пойду, Б. Б. Я не хочу туда идти. Ребятки, ну давайте не будем их пушить еще. Опа. Блин, я не хочу их пушить, честно. Он тут закрыл. 100% закрыл. БХ. Да, просто. Домой, дорогой. Вот Тараску доколотим. Лунные колодцы, как говорится, задушить. Тараску надо. Оп, хорошо.
Низ я кушать не буду. Хорошо. Трон там падает у них. Тарасочку надо. Где моя Тарасочка? Лина, у тебя трон, брат, падает. Ты за фрагами бегаешь. Да дай Драгонслейфом. Не хочет. Прикольный парень на Лине. Так, вот этих пацанов. Вот этих пацанов. Ну и остается копеечка считанная. Ребята на топе там. Плохо, что мид сломали мы на самом деле. Надо запомнить, что в таких фановых катках лучше не ломать мид. Потому что катка сразу начинает руиниться. Че, РМПч сегодня будет на трале? Кири. Интересно. Еще бы гиперстоун бы докупить. Было бы круто. Гоу, драться с пацанами. Куджа убили, да, там? Да. Интересно, я 1 на 5 потяну? Вряд ли. Ц. Ладно, так сделаем. Ага, в сторону пошел. Иди сюда. Так, там мартретка еще где-то, да? Там вивер на топе. Вивера без сала не убить. Опа. Жесть, он ее быстро. Иди сюда, дорогой. На. Жестко. Опа, еще кто идет. Шишер. А че не зашел в поле, братан? Плохо. Блин, ну жестко на самом деле получился этот билд. О, иди сюда, друг. Жесткий билд получился. Так, ну залагал. И как обычно катка вот так закончится сейчас, да? Ну убьем ее с руки в любом случае. Ребят, получается у нас вот такая... А как она выжила? А, он ее забрал. Ну да, как я сказал, каточка так и закончилась. Ну, в принципе, моментики были какие-то. Трал керри, в принципе, вы увидели. Фановая катка, друзья, дополнением. 42 минуты. Не знаю, понравится вам или нет, но вот такая вот каточка у нас получилась. Надеюсь, она хоть чем-то вас улыбнет, то что такого трала не каждый день увидишь, который, в принципе, с руки может Акса убивать или мартретки может напихать. Мартретка это непонятно, крип или нет. Ребят, напишите свое мнение по поводу этого видосика и... В принципе, все. Дополнение закончено. Гайд также не забывайте по ссылке в описании смотреть или по подсказочке. Желаю всем хорошего вечера, дня, независимо от того, какое время у вас сейчас. Ну и что ж, с вами был Ксаназос и до скорого.